Сегодня хотел бы вам предложить плодотворную одну идею, которая в техническом плане является прогрессивной, на мой взгляд, и в дальнейшем может помочь в выполнении как курсовых работ, так и дипломных работ, а может быть даже диссертаций кое-кому. Вот известна, например, мостовая схема Уитсона. В настоящем предлагается развитие этой схемы. В свое время были предложены мостовые сети газовые. Вот в одном из изобретений была предложена такая двухмостовая схема. Значит, здесь развитие идеи Уитсона заключается в следующем. Два моста как бы соединяются единым одним ребром, в котором находится вот сопротивление волновое, и управляемое сопротивление волновое. Управляет сигнал Уитсона. Значит, при определенном выборе сопротивления R1 и R2 и характеристик сопротивления R0 и R2 получается следующий момент. В одном положении загорается левая лампочка, то есть, а правая, правый сигнал 0. И наоборот, в другом положении загорается правая, а левая гаснет. Но это пример, это чисто схема. В качестве управляемого элемента может применяться диоды, транзисторы или любое другое устройство с выходным сопротивлением, равным R1. Например, туннельный диод с C-образной характеристикой, лямбда диод с S-образной характеристикой, транзистор или даже, может быть, механические устройства. Вот здесь, например, изображено под пружинами два контакта, а между ними шарик. То есть схема эта может быть использована для контроля параметров диаметров шарика подшипника, например. Ну, кроме того, и если вместо вот управляемой элементы РФ использовать считывающее устройство, то может данная схема использоваться и для создания команд на сортировку определенных сигналов. Ну, например, почтовых отправлений по индексу. При этом вместо L исполнительные усилители, исполнительные механизмы направляет, соответственно, в определенный канал это отправление. То есть схема, вариант использования этого устройства очень много. Ну, если с памяти элемент установлен, то он будет работать как триггер, как делитель частоты. Вот авторское свидетельство было нами подано в свое время. И получим авторское свидетельство на это устройство. В описании к авторскому свидетельству более подробно описаны дан расчет этой схемы и описаны варианты ее применения. Спасибо большое за внимание.